Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні будемо говорити про Молдову, нашу сусідку, яка нам допомагає, яка там ситуація. Ми знаємо, що там повинні відбутися вибори, і Росія, звичайно ж, цього не полишає. З нами на зв'язку депутат парламенту Молдови Оазу Нантой. Пане Оазе, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Пане Оазу, ну, власне, хотів би розпочати з того, що 20 жовтня 2024 року повинні відбутися вибори президента в Молдові і також, наскільки мені відомо, референдум щодо вступу в ЄС. Наскільки на цей процес намагається зараз впливати Росія? Наскільки вона тисне, наскільки вона кидає гроші, ресурси, аби впливати на вибори в Молдові? Відповідатиму російською, мені так. Я сегодня что мы видим? Если бы не гибридная война со стороны России, то Майя Санду спокойно победила бы в первом туре на президентских выборах, и референдум дал бы спокойное, уверенное большинство в пользу европейской перспективы Республики Молдова, и таким образом были бы внесены изменения в Конституцию Республики Молдова. Но я хочу подчеркнуть один принципиальный момент. После того, как Европейский Союз заявил, а именно 1 июня 2023 года верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, он заявил, что Республика Молдова может вступить в Евросоюз и с нерешенным Приднестровским конфликтом. Когда мы говорим «Приднестровский конфликт», надо представлять себе масштабы этого явления. Это узкая полоска земли между Украиной и остальной территорией Молдовы. Там долго рассказывать, но это, в общем-то, давно уже не внутренний конфликт, это искусственно замороженный конфликт. И когда Европейский Союз снял это требование с Республики Молдовы как условие для вступления в Евросоюз, Россия утратила инструмент шантажа, потому что она в значительной степени контролирует ситуацию на левом берегу Днестра. И поэтому для России референдум и выборы президента — это опасно тем, что она теряет контроль над Молдовой. Она контролировала Молдову на протяжении 3 десятилетий через этот конфликт, а тут она теряет контроль над Республикой Молдовой. Кроме того, России выгодно иметь хаос и дестабилизацию в Республике Молдова по той простой причине, что мы небольшое государство со скромными ресурсами, но у нас 1222 километра общей границы с Украиной. Есть инфраструктурные проекты, и стабильность в Молдове важна для безопасности той же Украины. Поэтому Россия сейчас ведет разнузданную гибридную войну. А она поставила себе задачу, первое, скомпрометировать референдум, да? И второе, чтобы не допустить победы Майи Санду в первом туре. И поэтому Россия, помимо вот этих огромных для Молдовы денежных сумм, которые она инвестирует в подрывную антигосударственную деятельность, на Молдову каждый день, я подчеркиваю, каждый день обрушивается какая-то циничная, наглая ложь, которая преследует задачу дезориентации граждан Молдовы, компрометации европейской перспективы и насаждения атмосферы страха. Уже больше полугода, как путинская агентура в Молдове кричит о том, что Майя Санду ведет Молдову по украинскому сценарию. Майя Санду милитаризует Молдову за счет денег, украденных у пенсионеров. Майя Санду ведет Молдову к войне с Россией. Майя Санду на второй день после переизбрания президентом начнет войну в Приднестровье по указанию Вашингтонского обкома. То есть это, повторяю, каждый день появляется какая-нибудь циничная, подлая ложь про Европейский Союз, нагнетается атмосфера страха. И сейчас фактически что мы имеем? 15 ноября 2020 года на волне, скажем так, протеста против олигархического режима за Майю Санду проголосовали 943 6 избирателей. И сейчас Россия делает все для того, чтобы дезориентировать граждан Молдовы, чтобы скомпрометировать референдум. И, повторяю, для того, чтобы Майе Санду не позволить победить в первом туре. И когда мы смотрим на этих кандидатов, которые зарегистрированы, то среди них есть, там, условно говоря, 4, 5, 6 кандидатов, за которыми никогда не было никакой политической структуры, никакой политической партии. И эти кандидаты оперативно и без проблем собрали необходимое количество подписей для своей регистрации. Это говорит о том, что в Молдове есть реальная структура, которая работает на Кремль, которая финансируется из Кремля и которая обеспечила сбор подписей для этих псевдокандидатов, единственной задачей которых будет атаковать Майю Санду. У них нет никаких шансов получить сколь-нибудь вменяемый процент. Но вот главная их задача — это атаковать Майю Санду. Поэтому ситуация в Молдове, скажем так, немного нервозная, но мы видим, что государственные структуры Республики Молдова уже начинают работать и проявляют эффективность. Например, вчера суд вынес решение по группе молодых людей, которые еще в 2023 году, опять же, на деньги Кремля пытались дестабилизировать ситуацию под прикрытием так называемых акций протеста. Эти ребята, которые были проинструктированы в Москве, получили конкретные сроки. И сегодня, опять же, на юге Республики Молдова были проведены обыски с задержанием лиц, и наша полиция придала гласности перехваты телефонных разговоров, где обсуждаются конкретные суммы, за что. Приезжал госсекретарь Блинкен в Молдову, значит, люди получают деньги за Блинкена. То есть они выходили на улицы и имитировали протесты за деньги ЧОРа, за деньги России. И сейчас шаг за шагом наши госструктуры все-таки пресекают и это незаконное финансирование, и эту незаконную деятельность. Поэтому сейчас главное сохранить мобилизацию общества, сохранить политическую стабильность. И я уверен, что мы преодолеем это испытание, но при этом надо понимать, что и атака на референдум, и атака на Майю Санду — это только прелюдия, потому что в принципе, главная борьба развернется в 2025 году, когда в Молдове должны состояться парламентские выборы. Согласно Конституции, у президента страны, у президента Молдовы достаточно скромные полномочия. Поэтому для успешного продолжения проевропейских реформ важно иметь партнерство между президентом и парламентским большинством. И вот атака будет продолжена после референдума, после президентских выборов. И, соответственно, нам следует делать выводы и поддерживать мобилизацию общества для того, чтобы преодолеть эти вызовы. Пане Оазу, якщо говорити про, от, власне, вплив російської пропаганди, як саме він відбувається? Тобто працюють пропагандистські канали, там люди в Молдові дивляться російські телеканали, де виступає Скабеєва і інші пропагандисти? Здесь нужно сказать достаточно неприятные для нас вещи. После обретения независимости у нас на протяжении десятилетий были во власти так называемые левые политические партии, которые проституировали на ностальгии по прошлому, которые кокетничали с Кремлем, которые ничего не сделали для энергетической безопасности Республики Молдова, для решения Приднестровского конфликта. И, соответственно, Молдова была открыта для российской пропаганды. Партия «Действие и солидарность», равно как и президент Молдовы Майя Санду, пришли к власти там 3-4 года тому назад. И, соответственно, за этот короткий срок нельзя изменить ментальность определенного сегмента нашего общества, которая уже до нас была с промытыми мозгами от российской пропаганды. Да, мы закрыли телевизионные каналы, но мы же с вами знаем, что мы живем в мире информационных технологий. В Молдове хорошо развит интернет. И сейчас, соответственно, есть масса этих телеграм-каналов, которые поливают желчью, ядом и ложью. Есть и тиктокеры, которые работают на Россию. И я повторяю, в этих ситуациях, в новых условиях, интернета, нельзя рассчитывать только на какие-то запретительные меры. Самый надежный инструмент противостояния путинской пропаганде – это критически мыслящий гражданин. Но здесь, конечно, сложно решить эту проблему там за 2-3-4 года. Поэтому сейчас путинская пропаганда бьет именно в сегмент неопределившихся. Повторяю, путинская пропаганда хочет посеять неуверенность, страх. И, конечно, распространяется разного рода циничная ложь про Европейский Союз. И борьба идет за неопределившихся. В то же время мы, к сожалению, не то что мы констатируем, что молдавская диаспора в демократических странах показывала чудеса мобилизации и вовлеченности во внутриполитические процессы в Молдове, участие в выборах. Российская пропаганда, российская агентура работала последние годы и среди молдавской диаспоры, преследуя именно ту же цель – компрометация проевропейского курса. Это звучит парадоксально, потому что люди в основном живут в странах Европейского Союза. Но бьется в имидж Майи Санду и, соответственно, идея референдума. Например, продвигается такая идея, что да, европейская перспектива – это хорошо, но референдум не своевременен. То есть главное – это демотивация людей с тем, чтобы на второй день после 20 октября путинская пропаганда начала орать, что референдум провалился, что, ну, как я уже говорил, опять же с прицелом на парламентские выборы 2025 года. Поэтому, с одной стороны, мы закрыли телевизионные каналы. К сожалению, в некоторых регионах, в той же Гагузской автономии, пользуясь равнодушием или слабостью центральных властей, на протяжении многих лет через кабельное телевидение напрямую лились эти фашистские каналы из Москвы. И, конечно, повторяю, только запретительными мерами решить проблему невозможно. Нам бы решить проблему незаконного финансирования. А в то же время нам главное мобилизовать общество, мобилизовать тех граждан, которые понимают суть путинского режима, понимают риски для Молдовы и понимают, как важен каждый голос и на референдуме, и на президентских выборах. Пане Оазу, якщо ми говоримо про війну в Україні, окупаційну війну Росії, як самі жителі Молдови до неї ставляться, наскільки пропаганда впливає російська на них? Яка, можливо, ви знаєте співвідношення тих, хто, можливо, якось виправдовує цю війну або навіть є на боці окупаційних військ російських, які є в Україні? Я приведу вам такой парадокс. Кажется, это было 23 февраля 2023 года, когда президент Украины господин Зеленский наградил золотой звездой и званием Героя Украины Николай Палас. Это полковник, он этнический гагауз из Одесской области. И этнические гагаузы, которые живут в основном в Одесской области в Украине, они поддерживают Украину, они воюют в ВСУ против России. В то же время у нас есть гагаузская автономия, где люди откровенно ждут прихода путинского режима. даже на митингах депутаты Народного собрания из Гагаузской автономии кричат о том, как они будут встречать российские войска. И я повторяю, эту ситуацию нельзя изменить только запретительными методами или изменить за одну ночь. Это длительный процесс, когда нужно начинать с детского садика, из школы, процесс воспитания гражданина. И в целом у нас ситуация, ну, скажем так, я не видел свежих социологических опросов на эту тему, но почти 1/3 нашего общества здесь, на правом берегу, считают, оправдывают агрессию Путина против Украины. То есть это процент существенный, его нельзя игнорировать. И это говорит об упущениях предыдущих властей и о преступном попустительстве предыдущих властей. Но нам приходится справляться и с этим. Пане Оазу, якщо згадувати візит до Молдови, главу МЗС Німеччини, так, Анна-Лена Бербок, вона і не перша, хто це сказала, але вона одна з останніх. Вона зауважила, що в разі, не доведи Господи, якби Україна зазнала поразки, то першою, скоріш за все, для російської армії ціль була би Молдова. Наскільки ви вважаєте справді так, що Росія без роздумів, напевне, придумала собі якісь би приводи, так, офіційні, аби застосувати військо проти Молдови? Да, конечно, то, что говорит министр иностранных дел Германии, это важно, но мы не слепые. Я помню 2014 год, после аннексии Крыма, после того, как появился проект Новороссии, если помните, да, и появились так называемые ДНР, ЛНР, мы на полном серьезе с участием военных экспертов обсуждали риски для Республики Молдова. И после 24 февраля 2022 года, когда Россия временно оккупировала остров Змеиный, когда 26-27 апреля 2022 года Россия ракетами разрушила мост через Лиман возле Затоки, если мне не изменяет память, то было совершенно очевидно, что Россия может реализовать десант через Южную Бессарабию, не через Одессу, а там ближе к Румынии, ближе к Дунаю, с выходом на Республику Молдова. И не стоит уже повторять те карты, которые появлялись в интернете со стрелами, которые указывали в том числе и на Республику Молдову. Поэтому я, по крайней мере, отношусь к тем, которые с первого мгновения российской агрессии 24 февраля 2022 года понял, что нас защищает только Украина. Если бы Путин прорвался по югу, тогда, конечно, Республика Молдова стала бы следующей мгновенной целью. И как я иронически шутил, конечно бы Путин не заглядывал в нашу Конституцию, где написано, что мы суверенное нейтральное государство, потому что Россия является единственным государством, которое грубо попирает и суверенитет, и территориальную целостность, и объявленный статус нейтралитета Республики Молдова еще с момента принятия нашей Конституции. Поэтому здесь нет и не может быть никаких иллюзий, и только героическое сопротивление украинского народа является гарантией существования Республики Молдова как государства. Пане Оазу, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що ви знайшли час та змогу розповісти, що відбувається в Молдові, і про те, що там серйозна така ж проблема, з якою вже багато років, та навіть не років, так, а все своє існування стикається Україна, це Російська Федерація. Дякую вам велике за цю розмову. Вам теж дякую за завітання, всього найкращого. Нагадаю, нашим глядачам, з нами був депутат парламенту Молдови Оазу Нантой. Ви ж обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і діліться нашою розмовою.